Владивосток, 31 августа 2022 года. Вид с проспекта Красоты. Проспекта Красоты можно спуститься, здесь лестница есть. Вот, недалеко от подземного перехода. Ничего особого, такая вот лестница. Здесь с левой стороны гаражи находятся. Арена спорта. Вот это здание. А вот эта дорога тоже с проспекта Красоты идет. Спуск с проспекта Красоты. Ветерок подул. Вот
Там вон здание, заброшенный роддом, если я не ошибаюсь. Там дальше нижняя станция фуникулера. Да. К сожалению, к этому дому не подойти. Его загораживает забор. Или можно? Можно пройти, оказывается. Тут, наверное, какая-то частная территория. Володарского 8А. Адрес. Что-то тут.
Здесь вот интересный такой дом стоит с балкончиком. Вот на, вот сначала вот этот дом рассмотрим. Там под крышей такая интересная резьба. И на окнах тоже резные элементы. Центр города, еще сохранились такие дома. Забор. Такой вот домик с балконом. Так, Шкипера Гека улица здесь. Уличные туалеты.
вкусный пирогек опять. Так, ну туда дальше я не пойду. Шки пироги К7. Пушкинская, 26. Впереди цирк.